20 октября в Уфа-арене состоялось долгожданное «зеленое дерби». В рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги встречались команды «Салават Юлаев» и «Акбарс». Противостояние этих команд всегда вызывает повышенный интерес у болельщиков, и этот матч не стал исключением. Ледовый дворец заполнился до отказа. Первый период прошел в упорной и равной борьбе. Уже на третьей минуте встречи Андреас Энквист открыл счет, набрав 11 очко в регулярке. Через 4 минуты гости сравняли счет. У юлаевцев удалился Сергей Соин, и Матиас Шогрен с передач Джастина Азеведа и Михаила Варнакова отправляют шайбу в сетку ворот Светберга. А во втором периоде уже юлаевцы отличились в большинстве. Энвер Лисин от угла площадки без помех сместился на пятачок, и Салават Юлаев во второй раз в этом матче вышел вперед. Больше заброшенных шайб в этой игре не было, и уфимцы одержали уже 7-ю победу в последних 8 матчах, после чего поднялись на 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Но вопросов к игре юлаевцев не убавилось. Первый период немножко мы, так скажем, завалили, а два периода мы играли так, как мы хотели играть. Вот, к сожалению, не использовали большинство, которое было. Вот, ну, где-то не повезло нам. Мне не очень нравится, что команда в трудные минуты начинает отходить от того плана, в котором мы договариваемся до игры, к тем требованиям, к которым мы готовимся в процессе тренировок. Ну, в общем, есть над чем работать, но, безусловно, мы рады тому, что обыграли такого сильного соперника. Следующий матч юлаевцы проведут 22 октября в 19:00 против Рижского «Динамо». Марат Казарян, Александр Кузнецов, ЮТВ.